Ребята, всем привет! Вы находитесь на канале Vizon Gaming. С вами я, Серж, естественно. Продолжаем проходить Call of Duty. Это уже вторая попытка записать видос. Первая попытка у меня прошла неудачно. У меня не хватило памяти на жестком диске, у меня не сохранилось видео. И мне, короче, кода подсказал, что у меня нету памяти. Типа, контрольной точкой надо было, типа, сохраниться, и все, ошибка вылетела. Типа, освободить 4 мегабайта. Я проверил, а у меня 100 килобайт только свободы. Я же сам охренел. Так вот. Короче, мы начнем. Я вот тут уже прошел, да, у меня типа сохранилось. Мы пройдем вот эти три миссии. На данный видеоролик. Так что погнали. А на чем мы проходили? На среднем, да? Так что я думаю, это будет короткое видео, потому что я уже знаю, что надо делать. Там мне оставалось совсем чуть-чуть. И я умер всего один раз. Да. Маленький косяк был. Хотя нет, стоп. А да, один раз. А нет, два раза. Просто я один раз своего расстрелял. Не дай бог второй раз не запишется. Потому что у меня время уже как бы 10. Завтра доработал. Ничего хотел сказать. Это прохождение давно не выходило, потому что сейчас уже новая неделя, у меня отпуск закончился. И времени заниматься этим мало. Не шутя, вы разлетелись. Тут раз вы у меня так не разлетелись. Укрытие, забор, укрытие. Всё. Чё, погнали. Нам эту хату захватить надо. Да? Больше ничего не хочешь? Все, залетаем. Ну, и здесь можно, в принципе, зайти. Серьезно, вы уже здесь? Второй этаж проверили? Понятно. Можно было не спрашивать. Так, какое нам здание ближе? Получал бы вот опять, да, своего убил бы. Лови обратно. Вызывай поддержку с воздуха, чтобы ослабить оборону в том здании. Без вертика справлюсь. Говорю, без вертушки справлюсь. Чё стоим?
Серьезно? Хата чисто. Так, мне ту хату надо зачистить, да? Докладывает 825. Мы в пути. Авиаудар по сигналу. О, понял. Здание, да? Надо. Ну, через подвал. Собака идет. Да, а вот так. Все можешь, да? Теперь не можешь. Свой. В этом здании чисто, проверим остальные. Все, понял. Идем дальше. Ни хрена вы косые! Сначала косые, косые, потом. Резко метки стали. Я вот так сделаю по-умному. Еще немножко я взорвался. Блин, уходи тут, светите. Верю. Колесо покатилось. Немножко своему, что враги боялись. Все, погнали, погнали, погнали. Тут косяк, косяк, косяк. Ваша граната, заберите, пожалуйста. Все, вроде чисто. На этот раз патрики вообще даже закончились. Здание чисто, проверим следующее. Сейчас вообще все красиво. Ваши гранаты заберите, пожалуйста. Куда пополз? У тебя патроны в любом случае закончатся.
Ползи. Здание чисто, а лясада нет, идем дальше. Ну, пойдем дальше. Ну, здесь, в принципе, еще изи вообще. Просто туда хрена четвертушку вызываешь и все. И все. Ждем сигнала. Можно еще вот так проделать. Эть. Эть. Ну и все, в принципе. Ну вот, еще раз. Для страховки. Где? Не вижу никого. А, наверху-то? Да-да-да, наверху должен быть. Уже нет. Все, 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 уже успокойся. Нет тут никого. Ну ладно. Прошу прощения. Прокатит? Ладно, я больше не буду. Говорит 2-5. Мы возвращаемся за топливом и боеприпасами. Какое-то время нас здесь не будет. Запомните, Алясад нужен нам живым. Я там всех убил, если что так. А нет, живые. Ты зачем это сделал? Откуда у тебя бомба? Это не я! Это не я! Тогда кто? Это не я! Кто? Говори! Имя! Мне нужно его имя! Как боксирует-то? Сэр, это его сотовый. Да-да-да. Кто это был, сэр? Захаев. Имран Захаев. Сейчас стелс. Лейтенант Прайс. Тогда я еще был лейтенантом. Выполнял всякую грязную работу. Чернобыль – настоящий рай для преступников. Даже спустя 10 лет они могли воспользоваться ситуацией и наложить свои лапы на ядерное оружие. Желающих было много, включая и Имрана Захаева. Естественно, мы не могли всего этого допустить. Выкупить топливные стержни? Отличный способ массового уничтожения. Тогда наше правительство впервые дало приказ об убийстве со времен Второй мировой войны. Я служил под командованием капитана Макмиллана. Пятнадцать лет назад. Все в камупляже. Припять, Украина. Лейтенант Прайс. 22-й полк САС. Ты его видишь? А он тут есть. Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. И тихо. Осторожно! Здесь повсюду источники радиации. Нахватаешься чуть больше нормы, и ты покойник. Ждать сигнала. Вижу врага. С фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой маскировке нас не заметят. Убей одного, пока второй не видит. Он убит. Спокойной ночи. Пошли. Изи. Все очень легко и просто. Не двигайся.
двигаться. Ну, тут я помню, если принципе. Пойдем в обход, у нас больше шансов остаться незамеченными. Здесь есть противник у машины. Я видел. Перепушку. Его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Так, вперед. Выдвигаемся. Ну ты долгий. Так. Я тоже, в принципе, помню. Что ты встал? Не двигаться! Колокольни, наблюдательный пункт. И еще один патруль. Нас заметили, открыть! Зараза! Как я нажимаю, вот я нажимаю на поганый ножик, у меня вот боковая кнопка, а ни хрена. Не двигаться. Я промазал. Колокольни, наблюдательный пункт. И еще один патруль с севера. Вперед. Проваим. Ничего не скажу. Фронту все чисто. Нет там никого. Открывай. На побережье чисто. Ты это слышал? Да, вертушка, я знаю. Немножко скучно, когда ты уже второй раз проходишь. Когда уже знаешь, что будет. Хотя я давным-давно ее проходил. Вот тут можно вот заляпать, конечно. Я в тот раз заляпал. Так, со второй раз прошел. Спокойно, парень. Их слишком много, остынь. Веди себя тихо. Огонь не открывать. И он ближе к левой ноге держаться. Старайся предугадать их шаги. В жопу. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. Как-то так. Ну вот, который справа идет, он от меня спалил. Ему прям в жопу воткнулся своему. Как он там? Неважно. Он меня со мной заметил. Его нет, меня да. Еще левее немножко. Можно. Сердечко бьет, слышно. Все, они прошли, в принципе. Пойдем потихоньку. Хоть свою жопу тут вертеть. Это вот в данной миссии это был, наверное, самый тяжелый момент. С тобой пойдет все как по маслу. Что вы там делаете? Похоже, они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Пошли кого-нибудь
Это русские. Если что так. Нейтрализовать их и при этом не поднять тревогу. Задача не из легких. Угу. Хотя с другой стороны, незаметно мимо них все равно не пройти. Твоя очередь. Чего моя очередь? Я сделаю все красиво. Цель уничтожена. Один готов. По тем двоим у грузовика... Черт, нас вычислили! Не шутя! Раз я все тихо прошел, тут я спалился, косяк признаю. Я тих, я того-то как бы бил, но я не думаю, что они меня заметят. В тот раз вроде все так же было. Оставаться в тени. А тут что-то неожиданно и сполохнулись. Назад. Назад так назад. Спокойно, он мой. Эй, Сьюзи! Вот как это делается. Сьюзи. Не двигаться. Ждать здесь. По фронту все чисто. Вперед. Коляска. Выдвигаемся. Сюда идем. Самый тупой момент. И его вот не видно. Не видно его, не видно. Сейчас вот будет момент еще тупее. Значит, просто на пистолет перещелкнулся. Эй, здрасте, всем привет. Эй, как дела, ребят? Если он вокруг чел вот так, наверное, побегал, он не сомнет, не заметит. И, кстати, можно было еще провода так пообрезать, которые к баку идут. Будет вообще... Не знаю, там С4 поставить на оружие. Подожди здесь минуту. Когда они уйдут, выползай. И следи, чтобы тебя не заметили. Я сама невидимка. Терпение. Не наделай глупостей. Жду, жду, терплю, жду. Вот, пойдем. Не, вот под машиной, конечно, я не спорю еще, да, реально там, чтоб тебя нигде не заметили. Ну вот так, чтоб пробежать. Я не знаю, надо по воздуху бежать, чтобы никаких шагов, ничего слышно не было. Я понял. Прекрасно. Вперед. Вперед. Ну, наверное. Все чисто. Серьезно? Ты как так? Оставайся на чеку, мы еще не на месте.
Стоять! Успокойся! Это дикая собака! Так, ладно, смотрите. Мои планы это... Мои в планы это не входил, но покажу, что будет, если убить собаку. Да-да-да. Да-да-да. И это, поверьте, это ни хрена не легко. Да-да-да. Вас собаки просто намертво загрызут. Так что лучше обходите стороной. Старайся не привлекать к себе внимания. Я когда первый раз проходил дом, я думаю, что убью ее, ничего страшного. Ничего не будет. Кш! Сидеть! Кушай мясо. Справа все чисто. Не повторяйте мои действия. Не, вот которые сейчас были, повторяйте, а вот предыдущие не советую. Там, конечно, можно от собак отбиться, но это на легкой сложности. Даже на средней тяжело. Выдвигаемся. Из снайперки тяжело, конечно, попасть. Из пистолета они с одного патрона умирают, но их просто раво, они его загрызут намертво. Никогда ничего подобного не видел. Пошли. Слышно, он как дети кричат, да? Мне же не кажется. Почему ты слышишь? Вертушка. Глаза слипаются. У меня режим, как бы я в 11. Сюда, идем. Уже ложусь спать. Время уже без 20:11. Ну тут, в принципе, осталось немного уже. Полюса. С верхнего этажа мы сможем наблюдать за обменом. Вперед! Вперед! Мы сколько мы прождали? Почти трое суток. Встреча состоится. Вражеский транспорт уже на указанной территории. Я думал прицелиться на колесико, а прицелиться вперед-назад, на который ходить. И еще советую, не стреляйте ему в голову. Это не прокатит. Там примерно надо стрелять в руку. И стрелять надо где-то, когда флаг утихнет, тогда надо стрелять. Вертушка. Черт, он-то откуда взялся? Терпение, парень. Жди удобного момента. Ну, так сделаем. Все, флаг утих, да? Кажется, я видел, как у него руку оторвало.
Он валяется рука. Все, уж поздно, я его сбил. Да, запоздал немного. Отличный выстрел, лейтенант. Теперь уходим. Они будут нас искать. Пора уходить. Нужно срезать путь. Следуй за мной. Ну давай, давай. 4, говорит А6, у нас проблемы. Повторяю, у нас проблемы. Направляемся к четвертой зоне посадки. А6, Орлан в пути. Рассчитываю время прибытия 20 минут. Да вы серьезно. Ой. Баня, быстрее. Ой, братан, я уже тут. Открывай. Да эту собачку можно убивать. Можно оставить, вообще без разницы. Вот. Вот вы видите это? Видите? Он стоит в открытую. Они его не увидели. На 6, да? Поздно. Все. Не поверю, чтоб вертушка так сшибалась. Спокойной ночи, бля. Вот зараза. Не могу пошевелиться. Бля. Если будут проблемы, найди для меня выгодную позицию, чтобы я мог тебя прикрыть. Зона посадки на юго-запад. Мы все еще можем успеть, если поспешим. Противник приближается. Опусти меня и лучше, чтобы я мог тебя прикрыть. Объекты движутся на восток. Еще один здесь. Все, пойдем. Пора уходить. Я все помню. Ну-ка, подвези меня. В тот раз я тут думал, пройду по скрыточке. Они меня не заметят. Хрена с два. Слив жопу своей гранате. Они приближаются с юга. Серьезно? Один готов. Кажется, все чисто, можем идти дальше. Где чисто? Помню, кто-то шмалял только что. Или нет? Ну, нет, так нет. Вот, вот я, тут игра сохранена, и тут у меня вылетает ошибка.
Собака как круги накручивала. Серьезно? Ты как положить-то? Ты урод. Еще. Тише едешь, дальше будешь. Какой умный. За тебя всю работу делаю. Мы точно на месте. Зона посадки. С другой стороны того здания. Шестая группа. Обыскает здание к югу от города. Собаки внизу. Ну и в принципе, наверное, можно расстрелять, даже если наверх не заберутся. Чертовым колесом, оттуда я смогу вести огонь. Чуть севернее. А, ты в кустах тишь? Здесь нормально. Осторожно. Собирай все мои мины. Пора пустить их в дело. Ну давай. Они отсюда большинство побежит. Ты должен залечь на снайперской позиции. Все, секунду, добегу. Куда лучше задыкаться? Я вон в колесо залезу. Можно, да? Все. Я готов. Пойдет. Или нет? Так, парень, я активировал маяк. Удачи! Все. Я готов. А6, ваш координат полученный. Держитесь. Конец связи. Холодильник поганый. Все загораживает. Вижу противника. Пусть подойдут поближе. Арена с 2. Объект нейтрализован. Пускай лежат. Серьезно? Один готов. О, собаки. Хорошо, я собак не убивал. Ага. Все, может лететь обратно. Они многовато ли народу? Промазал.
Эй, сейчас подмазу. Пойдет. Пойдет. Где-то еще же, да? Орлан, мы окружены. Где вы? Один готов. Вас понял, группа. Скоро будем на месте. Держитесь. Еще. А справа же к нам кого-то подвозили, да? Сидеть. Нафиг двоих на вылет. Серьезно? Серьезно? Ты кто такой? Один готов. Где? Серьезно? Это что вот за убийство было? Группа, говорит Орлан, тащите свои задницы на борт. Прием. Пойдем. Цель нейтрализована. Друган. Заходим, заходим, ребят. До свидания, до свидания. Гранаты, гуляем. Напоследок вам. Расчетное время прибытия вертолета 30 минут, капитан Прайс. Так не пойдет. К тому моменту мы уже 10 минут как будем мертвы. Сейчас сюда заявятся все психопаты-сепаратисты Захаева, чтобы освободить Аль-Асада. Или то, что от него осталось. Так, мы установим заряды вдоль рубежа А на южном холме, а затем вдоль рубежа Б. Мы задержим их по пути к холму, а затем займем позицию на зоне посадки в поле у фермы. Вопросы есть? Пора действовать. Так, ребят, как я и говорил, на этой миссии мы как бы заканчиваем наше прохождение в данном видосе. Всем, кому нравится прохождение мои не данные видео только, а все, ставьте лайки, подписывайтесь. Это для меня большая мотивация записывать для вас видосики. Ну, что могу сказать. Всем спасибо за просмотр, ждите следующее видео. Всем пока.